страна рабов, страна господ. Это говорит о том, что он знает русскую классику. За это похвалю. Голубых мундиров туда, куда он собирается, там этих голубых мундиров больше, чем у нас. И пусть он не расслабляется особенно, то как бы чего ни случилось. Пусть внимательно поглядывает по сторонам. Там есть вторая часть. Она звучит так. «Быть может, за стеной Кавказа укроюсь от твоих пашей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей».